нас сейчас стоит задача по восьмерке и девятке закончить работы до конца года. Шестерку, соответственно, мы будем делать, мы уже ее начали разбирать, соответственно, и будем делать ее совместно с тройкой. Это будет август, по шестерке август следующего года. Ну и по тройке, соответственно, до конца следующего года. На данном этапе на девятке, на восьмерке и на шестерке выполнена работа по демонтажу контактной линии, демонтажу частичный опор, там практически 90% выполнено. Скрыто корыто, по девятке это в большей степени, почти 100% корыто скрыто. И проводятся работы по демонтажу и перекладке коммуникаций, которые перетекают в будущую трамвайную сеть. Мы сразу меняем большие диаметры, чтобы в будущем на срок эксплуатации трамвая уже не притрагиваться к коммуникациям, чтобы они уже долговечно так служили вместе с эксплуатацией трамвая. Ну, вместе с Минтрансом и с администрацией города отрабатываем и светофорную сеть, делаем диапазоны, меняем, и соответствующие запрещающие знаки убираем, либо ставим, чтобы, допустим, не парковались автомобили вдоль перекрестков. Делаем объездные пути, вот сейчас вот как раз на улице, значит, Железнодорожной и на улице Университетской будем делать объездные, чтобы можно было прокладывать коммуникации. Ну и совместно с ГИБДД, может быть, также будем еще регулировку устанавливать по возможности, чтобы также в ручном режиме, если что, разгружать данные машины. Ну, я как понимаю, основные работы ведутся ночью, чтобы не... Да, ну, основные работы перекладываем на ночь. И, соответственно, на выходные, когда меньше трафик движения. Потому что это самая загруженная улица, вот улица Слона. Отрабатываем тот подвижной состав сейчас вместе с горэлектротранспортом. Мы сейчас будем колесные пары модернизировать, сделать их, заменять. У того трамвайного парка, который есть, соответственно, инвентаризировать самые трамваи, которые есть, и менять колесные пары предварительно по мере поступления трамвая, новых трамваев будем пока использовать существующий транспорт. Татры, то есть, да? Почему Татры? Ну, в том числе и Татры. Да, может быть, то если они... Ну, они просто самые посвежее, по сравнению с КТМ. Московские, Максим Алексеевич, какие у нас посвежее? Татры, да, которые с Москвы у нас. КТМ, которые сейчас бегают, это, конечно. Нет, тут именно, что надо менять колесные пары, чтобы не пускать старые трамваи. То есть такая работа уже сейчас проводится.